Здравствуйте, друзья, с вами Любомир, и в этом выпуске у меня очередная экспресс-распаковка товаров из Китая. Итак, у меня 4 вот таких вот небольших конверта, некоторые из них пришлось предварительно распаковать, чтобы проверить и подтвердить то, что посылка уже пришла, но это нам не помешает сделать распаковочку. Ну что ж, давайте начнем с самого маленького конверта, вот этот вот, эти вот. Конверты пока уберем. Итак, вот такой вот самый маленький конверт. Ну, тут, конечно, уже написано сразу, что здесь внутри. И цена у него абсолютно небольшая, всего лишь $1. И масса всего 17 грамм. Открываем. Так, вот такая вот упаковочка. Это, друзья, LED-диоды, в общем, светодиоды. Вот так они выглядят. Тут целая куча, наверное, что-то около 50 штук. 5 миллиметров. Даже написано, какие светодиоды промаркированы. 20 миллиампер, 3 вольта, 3,2 вольта. А, ну вот, наверное, вот это, 100 штук, скорее всего. Такая маленькая упаковочка, при этом 100 светодиодов. Я их заказал как раз-таки для вот этих светодиодных фонариков, которые я ранее показывал, как там всякие лайфхаки с фонариками проводил. Вот такие вот светодиодики. И они будут очень полезны, потому что те светодиоды горят просто как спички, когда просто к ним подносишь паяльник. Поэтому вот такие вот я заказал. Не знаю, как они будут работать. Они и сами выглядят как спички. Возможно, эти тоже будут так сильно гореть, но надеюсь, что хотя бы один раз их удастся запаять. Учитывая то, что у меня очень много есть фонариков светодиодных, у которых просто сгорели светодиоды, поэтому если их заменить, они все станут рабочими. Вот такая вот посылочка. Я уже ее предварительно открыл, точнее не я, но для проверки была открыта. Итак, здесь у нас цена, так, $3, наверное, вот. Указано просто две цены, $19, ну, скорее всего, $3. Сразу убираем. В подарок идет вот такой вот календарик на 2017 год. Уже 2018, сейчас могли бы положить календарики на 2018. Так, ну, здесь у нас находятся вот такие вот пуговицы. Что это за пуговицы, друзья? Это батарейки CR2032, это батарейки для компьютеров. То есть батарейки, которые вставляются на материнскую плату компьютера. Вот так вот они выглядят. Заказал я сразу целую кучу, посмотрел, чем мне ходить, постоянно их покупать. Лучше я пойду и закажу, подумал, что пойду и закажу их на AliExpress. Взял, заказал. Пришли они мне почему-то из Эстонии. На конверте было написано Эстония, там я уже вот здесь замазал это все. Зоопарке, но тут вот почему-то было написано Эстония, хотя заказывал я из Китая, обратный адрес Эстония. Если кто-то знает, почему так, напишите об этом в комментах, потому что я не понимаю, почему они мне пришли из Эстонии. В сумме здесь получается у нас по 5 штук, 20 штук батареек. Ну, то есть, думаю, надолго мне хватит для замены на материнских платах батареек. Следующая посылочка. Такая увесистая. Практически $6 цена. По массе 100 грамм. Ну, достаточно не худенькая такая для конвертика. Увесистая. Открываем. Так. Что-то я подозреваю, что здесь тоже целая куча светодиодов. Да, здесь у нас еще больше светодиодов. Ну, должен сказать, что теперь у меня светодиодов хватит, наверное, на всю жизнь заменять на фонариках их. Можно просто обвешаться этими светодиодами, потому что здесь, ну, не знаю, наверное, штук 500 их. Ну да, наверное, штук 500. Ну, светодиоды такие же, выглядят так же. Просто в другом магазине заказывал. А так все точно такие же. Тоже буду использовать в основном их для того, чтобы устанавливать светодиодные фонарики. Ну куда, то куда их еще использовать? Больше их использовать некуда. Но то, что их так много, давайте посмотрим,
откроем. А, сколько их много, а? Блин, то у меня их дефицит был, а то такая куча прямо. Сейчас попробую сфокусировать, покажу, как они вообще выглядят. Вот такие светодиодики, похожи на спички. В принципе, горят они тоже как спички. Ну, только так пока что. Потому что сейчас макро попробую поставить. Ну вот, макро более близко. Вот такие вот они, красавцы. Так, ну ладно. Светодиоды в сторону. Продолжаем. Следующий конверт тоже уже предварительно распакован для проверки. Вот тут у нас очень интересная вещь. Здесь у нас находится классная штука. Очень хорошая штука. Это, друзья, я думаю, уже догадались некоторые, что это. Это Powerbank конструктор. Вот такие от него детали. Открываем его. Внутри здесь тоже куча деталей. Вот здесь находится плата. Вот такая вот плата. Сейчас покажу поближе. Плата Powerbank. Эти платы, кстати, можно заказывать отдельно. Я сначала хотел заказать именно вот такую плату для того, чтобы подсоединять ACR18650 аккумуляторы просто к ней и заряжать их и потом использовать как Powerbank. Но потом подумал, зачем покупать отдельно плату, если можно купить корпус сразу готовый. Вот корпус. И все, ICR-ки туда запихал, и у тебя готовый Powerbank. Здесь еще какой-то, какие-то дисплеи, вот наклейка на дисплей идет. Крышки боковые, вот задняя крышка здесь. Там шурупчики, эти саморезики. Так, здесь у нас в комплекте также идут контактные площадки. Вот они, давайте достанем. Также придется немножко попаять. Смотрите, кит-набор прямо. Для тех, кто не знает, как выглядят аккумуляторы ACR18650, вот такие вот это аккумуляторы. Они, можно их достать из ноутбука, батареек. Очень хорошие аккумуляторы. В основном производит компания Samsung. Также другие компании производят. Также в комплекте идет вот такой вот кабель для зарядки. Ну, кабелей всегда не хватает, поэтому кабель, конечно, дело хорошее. И провода для подпайки на плату саму. Вот на эту плату подпаиваются провода, плюс-минус все. То есть 3,6 вольта, здесь не высокое напряжение, 3,6 вольта заряжается сначала через преобразователь, преобразовывается в 3,6, а потом уже из 3,6 назад преобразуется в 5. Вот здесь находится трансформатор преобразующий. Вот этот вот преобразующий трансформатор. Здесь, видите, он достаточно такой массивный. Вот микросхема контроллер. Микросхема для питания, для преобразования в 5 вольт для одного и для второго USB-шника. Ну, насколько я понимаю, могу ошибаться. Ну и дисплейчик. Плюс кнопочка тут какая-то. Включать, чтобы дисплей, наверное. Ну, соберу это все. Конечно, ну, надо будет, наверное, снимать отдельное видео о том, как я все это собираю и как это работает. Друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то поставьте лайк. Также подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много всего интересного. С вами был Любомир. Всем всего хорошего. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока.